аквариумный компрессор Тритон Вака 301. Значит, регулируемый компрессор, в передней части есть место для подключения шланга с распылителем. В задней части компрессора регулятор вот такой. Вот, есть кронштейн для крепления на стене. Компрессор должен находиться выше уровня воды в аквариуме. Объем перекачки 30 литров в час. Энергопотребление 1,2 ватта. За 60 часов работы съест столько, сколько 60-ваттная лампочка за час.